Начинаем нашу четвертую лекцию. И, как вы видите на экране, это своеобразный настенный календарь. Это не что иное, как центральная зала дворца в городе Феррара, дворца Д'Эсте, расписанного Франческо Косса и группой художников. Между колоннами изображены различные месяцы, которые мы можем легко опознавать по знакам зодиака. Например, по Тельцу опознавать май. Как видите, каждый месяц делится на три полосы. И верхняя полоса представляет собой триумф какого-то античного бога или чаще богини. Например, апрель представляет собой триумф Венеры. Венера сидит на некой платформе, запряженной лебедями, и торжествует над Марсом. То есть make love, not war. Смысл понятен. И здесь же, как видите, изображение трех граций и других деяний Венеры. Здесь же, так сказать, например, если мы берем другие месяца, скажем, август, там будет торжество Цереры, богини плодородия, которая едет на колеснице, то есть сбор урожая, вывоз его с полей, которая запряжена грифонами, существами, как считалось, исходящими из-под земли, как драконы, и тем самым намекающими на вот это земное происхождение урожая. Здесь же наверху колесница возносится грифонами. В центре идет, как видите, астрологический календарь. Мы узнаем знак зодиака, то есть Деву для августа. И видим еще несколько загадочных изображений. Эти загадочные изображения, как выяснил Аби Варбург, пришли из восточной традиции астрологии, индийской и персидской, где не только год делился на 12 месяцев, но и каждый месяц делился на 3 декады. И у каждой декады был тоже свой покровитель. Эти покровители декад потом многократно встречались в эзотерике европейской. Так как этих образов было много, из целых 36 получается, понять их смысл было нельзя, и потом они вошли там в карты Таро и другие изобретенные в Европе эзотерические ряды образности. И внизу изображены деяния самого герцога Д'Эсте, как он представлял себе идеальную жизнь в этот месяц, что должно было происходить прямо в его дворце, прямо в его дворе, что был организован праздник. По сути дела, такой календарь представляет собой некое подобие тех фотокалендарей, которые мы сейчас создаем для себя. Когда мы, например, там располагаем и какие-то официальные фотографии, и одновременно наш быт. Нам важно, что в августе, допустим, мы собрали хороший урожай на своей даче, но нам также важен и август, как, например, время, когда уже начинает веять осенью. И мы в календарь, посвященный августу, поместим и официальный пейзаж, наступление осени, последний месяц лета и какие-нибудь фотографии с нашей дачи. Это будет абсолютно по тому же принципу построенный календарь. Уникальность здесь только в
таком широком использовании астрологических обозначений вместо привычных нам календарных дат. Но это не случайно, потому что астрология в те времена понималась не совсем так, как она понимается сейчас. Для нынешних адептов астрологии это некая практика, пытающаяся связать судьбы людей с судьбами звезд, исходящие из индивидуальной судьбы человека. Какие-то звезды могут быть счастливыми, какие-то нет. Какие-то дни могут быть благоприятными, а какие-то нет. Для астрологии эпохи Возрождения важно прочертить трек человека ко все большему счастью. Некий маршрут. Само слово «астролог» означает не столько знатока звезд, сколько звездочета. Тот, кто легой, то есть называет и исчисляет звезды. Поэтому астролог рассматривался как тот, кто строит маршрут. Наподобие того, как для кораблей по звездам можно было построить маршрут. Так же точно и для человеческой жизни можно было выстроить маршрут. Важна была не реакция на отдельные звезды, созвездия или дни, как в нынешней обывательской астрологии, а важно было построение такого индивидуального плана и индивидуального календаря. Поэтому такие гороскопы продержались очень долго. И, например, даже ученые 18 века, занимавшиеся серьезной астрономией, вполне могли создавать гороскопы для коронованных особ. Потому что видели в этом не некое ложное знание о влиянии звезд на человека, а некое что-то вроде нынешнего плана индивидуального развития. Наподобие того, как сейчас строят вместе с психологами планы собственного совершенствования. Сейчас ту же роль, наверное, играют психологи или коучеры. И конечно, у астрологии были серьезные противники. Например, известно, что, скажем, Аврелий Августин, один из основателей средневекового богословия, был противником гороскопов, основанных на дне рождения. И говорил, что в один и тот же день и час могут родиться царь и нищий, при этом судьба у них будет явно различная. Но этот аргумент можно было легко обойти, сказав, что судьбы у людей разные, но их трек, прогресс, развитие вполне одинаковые. И вот поэтому такие астрологические образы легко приживались. Точно так же, например, вот у Перуджино, 1494 год, изображение, где мы видим, покровительствуют всей жизни в мире два начала. Это мужество, fortitudo, и темперанция, то есть воздержанность или умеренность. Собственно, именно из этих двух начал выводились все гражданские добродетели. Мужество понималось не просто как смелость на войне. Латинское слово virtus или итальянское virtù означало вообще любые качества, а в более узком смысле fortitudo. Это означало не столько мужество, сколько решимость идти на битву.
решимость первым пойти в бой. Это не мужество в смысле стойкости, а мужество в смысле готовности к поступку. Поэтому вы видите, мужество изображено фортитудо крылатым, как со скиптером, то есть указанием направления движения, а на, как видите, картуше, который держит путь, написано, что мужество больше всего приближает славу, и мужество дает славу ближе всех. То есть, как только ты прорвался в бой, то ты славен. Темперанция – это не просто умеренность в жизни, это, что называется, умение ждать. То есть, начало, которое прямо противоположно мужеству. Умение долго выжидать, не бросаться сразу в бой, рассчитывать каждый свой поступок и не совершать поступок, если ты не уверен в его последствиях. Такие фигуры, как видите, перед нами обычное для аллегорического мышления стремление свести разные принципы, разные жизненные стратегии человека к каким-то простой двойственности, к простому разделению на два начала, из которых выводится что-то общее. Нельзя просто обозначить, что такое совершенный человек, но можно вывести два качества, которые будут равно указывать на совершенство, но совершенством не являться. Вообще, тогда еще не сложилось представление об идеале, которые нам знакомы по романтической культуре. Считалось, что описать, например, настоящего полководца можно только приведя несколько примеров и при этом сказав, что данный полководец к этим примерам не сводится. Например, что он был самым мужественным, но к мужеству это не сводится. Он был самым решительным, но не сводится к решительности. Он был самым милосердным, но все его дела не сводятся к милосердию. То есть биография выстраивалась именно так, как указание на непостижимый центр через постижимые аллегории. Нужно немножко сказать, что слово «аллегория» и «иносказание» понималось довольно широко. Собственно, сама техника аллегории, она известна еще с античности. Аллегория считалась речевой фигурой, которая позволяет сказать о том, о чем обычно говорить не принято. Ну, например, скажем, женщины могут быть аллегориями добродетелей, так как добродетели все женского рода, а каждая из них, соответственно, может быть представлена женской фигурой. Аллегория основана на олицетворении, и появление аллегорий связано с античным обычаем сочинять речи от лица древних героев, богов или даже абстрактных понятий, как мужество или смелость или добродетель. Важно не только, что бы сказал, например, Александр Македонский о мужестве. Важно и то, что мужество сказало бы об Александре Македонском. Представьте себе, давал задание риттер, что перед вами явится женщина, которую зовут мужество. Fortitudo – это слово женского рода. И вот что бы она сказала про Александра Македонского? Она бы сказала:
Для меня Александр – это лучший мой избранник. Это тот, кто больше всего полюбил меня с детства и потому больше всего преуспел в любви ко мне. Такое олицетворение было главным способом аргументации, так как все аргументы бытовые, скажем, указание просто на деяния Александра Македонского, все аргументы исторические могли быть поставлены под сомнение. Можно было сказать, ну да, он сражался, но это ему повезло, что он выиграл битвы. Мы до конца всей истории не знаем. А вот сделать так, чтобы его подвиги были убедительными, для этого и нужна была аллегория. Для этого и нужно было иносказание, чтобы сам подвиг пришел и начал рассказывать о подвигах человека. Ну, как примерно, что-то такое, конечно, сохраняется даже сейчас, когда, допустим, там, скажем, прославление героев войны от лица там Родины-Матери, там, которая их благодарит и прославляет. Но понятно, что сейчас это уже очень бедно в сравнении с тем изобретательством, которое было создано в классической культуре. Понятно, что образ, например, Родины-Матери, которая поминает своих сынов, это образ довольно плоский в сравнении с этим изобретением огромного количества таких полубожеств из абстрактных понятий, причем способных говорить. И вот эта риторическая культура была тесно связана и с представлениями о самопрославлении. Вот, например, Фра Филиппино Липпи изобразил триумф, как видите, святого Филиппа, своего покровителя, над змеем, который был повержен по одной из легенд. Как видите, здесь известное представление о том, что святой сам себя прославляет. Это связывалось и со святым Георгием, и со многими другими святыми победителями. Например, во всех сказаниях о святом Георгии говорится, что когда он победил дракона, он сам велел поставить храм в честь себя. Потому что он автор такого великого подвига. Не потому что он тщеславен, а потому что таковы были средневековые представления об авторстве, о чем я немножко уже упоминал в прошлый раз. Что автор – это не тот, кто умеет хорошо изображать что-то, а тот, кто совершает какое-то дело, являющееся причиной, в том числе и репрезентацией его в искусстве. В некотором смысле Георгий Победоносец или Святой Филипп – главный автор этих изображений, главный автор храма ему посвященного, потому что без него его бы не было. Ну, примерно так же, как сейчас, например, выходит книга-интервью с известным политиком, и подписана она не именем того журналиста, который брал интервью, а именем политика. То есть он является автором. Он и главный герой этой книги. Ему принадлежит речь. Он себя прославляет. Потому что, разумеется, в интервью он всегда говорит, какой он хороший. И он же является автором. Его имя стоит на обложке. То есть если мы почитаем, например, мемуары или интервью какого-нибудь известного политика, то мы увидим то же самое самопрославление, как и здесь. И здесь мы видим, конечно же, помимо некоторых эпизодов жития, мы видим и типичный триумф. Вот так изображая, это называлось сполия, то есть, собственно, трофеи, то есть доспехи, снятые с врагов, и такие вот сосуды, то есть переплавленные тоже сокровища врагов.
Здесь, как видите, те же споля, доспехи. Собственно, трофеи даны в виде скульптур. Здесь же изображен Иоанн Креститель, который был покровителем Флоренции и который фактически всегда изображался на картинах флорентийских заказчиков. Поэтому, когда флорентиец, например, заказывал изображение с Мадонны с младенцем, он обязательно допускал туда Иоанна Крестителя. Здесь же мы видим целый ряд античных привычных символов. Мы видим гротески, и он стоит на, как видите, святой, на постаменте, составленном из гротесков, то есть растительно-животных узоров. Эти узоры считались именно признаком благополучия, им приписывались способность хранить город или здание, и, кроме того, они сразу указывали на все богатство античного наследия. В гротесках видели своего рода аналог риторики, что как ритор умеет соединять далекие понятия, так и гротеск соединяет далекие фигуры. Также мы видим здесь изображение птицы, по видимости дрозда, который, то есть птицы говорящей. То есть то, что молва будет об этом святом разнесена повсюду. То есть это как сейчас изображение там, телекамеры или микрофона на фотографии политика. Тоже мы сейчас, если купим какую-нибудь биографию политика, то на обложке он будет изображен, скажем, перед микрофоном. Чтобы было ясно, что его голос разносится повсюду. И, да, а вместо, соответственно, доспехов вражеских, например, на фотографии современного политика будет его выступление в ООН или что-нибудь еще в таком духе. Или направленные на него телекамеры, или там какие-нибудь графики роста там, производства в его стране. То есть все такие триумфальные символы остаются в том числе и в современных медиа. И, собственно, как видите, в качестве триумфальных трофеев, в качестве трофеев, то есть элементов триумфа, выступали всегда доспехи, вазы, то есть сосуды. Здесь еще насчет сосудов сработал очень интересный каламбур. Дело все в том, что в библейском языке есть слово «келли». То есть буквально его переводят как «сосуд». Но это слово означает что-то вроде «снаряд», «инструмент» или «утварь». То есть вполне этим словом может обозначаться и топор, и меч. Все, что мы бы назвали инструментом. В результате такое двойственное значение слова, ну, как и слово «утварь», оно означает прежде всего «посуда», но мы можем и кочергу, и топор тоже назвать утварью. Оно много раз проявлялось потом в культуре. Ну, например, сосуд дьявольский, то есть это инструмент дьявола, грешник, то есть тот, кем дьявол пользуется, чтобы соблазнять и других людей. Но также сосуд подразумевает, что он переполнен грехом, как сосуд какой-нибудь переполнен нечистотами. Или вот эта двусмысленность слова спародирована Пушкиным в «Евгении Онегине», когда он пишет от лица Ленского романтическое стихотворение, он верил, что друзья готовы там, из-за него принять оковы, и что не дрогнет их рука разбить сосуд клеветника. Сосуд клеветника — это прозывается перо, которым клеветник пишет. А разбить сосуд, ясно, что можно разбить сосуд только в точке зрения как посуду. То есть Пушкин пародирует, что Ленский не чувствует регистры слова.
не чувствует, где это слово имеет библейское значение, а где бытовое. Где и как незрелый романтик смешивает разные регистры, пользуется словами, смешивая их значение, а смешивая значение одного и того же слова, а не разделяя значение. Вообще Пушкин, конечно, невероятно тонок в этом развлечении регистров и значения одного и того же слова. Что сразу видно, что ему нужно было там один раз прочесть Библию, один раз прочесть там современных романтиков, чтобы это понять. Чтобы понять, что слово — это как такой, как говорят французы, бумажник, который можно разворачивать и из разных отделений вынимать разные купюры. Валис, как говорят французы. И вот как раз такое употребление привело к тому, что часто сосуды тоже изображали, потому что сосуд триумфа, то есть на самом деле изъятое у врага оружие, стало пониматься как буквальные сосуды. Ну и кроме того, обычай переплавлять захваченные сокровища в сосуды, бывшие иногда упомянутые у некоторых античных историков, он делать чашу, допустим, из отнятых у врагов сокровищей, он вполне, наверное, античными историками был донесен и вполне учитывался. И здесь мы видим также лук и колчан стрел. То есть, по-нашему, это автомат. Вот. И я всегда, когда вижу Аполлона с луком и колчаном, я всегда думаю, что это ведь полное соответствие автомата Калашникова. То есть, то, из чего можно давать очередь. Запускать множество стрел. И да, и так что это для нас как бы является таким оружием, не грозным оружием, только из скульптур вполне по замыслу это было грозное оружие. Равно как мы видим здесь шкуру козы, то есть то, что называлось Айгис, козлиная шкура, и был известный щит Афины, Эгида, это щит из козлиной шкуры, украшенный головой медузы Горгоны. То есть это тоже очень боевое такое, боевая вещь, Эгида, козлиная шкура. И вот так что вполне, как мы видим, это воинственная картина. Как сейчас бы мы изобразили бы, например, триумф какого-нибудь святого над драконом, а здесь бы нарисовали там танки, там автоматы Калашникова и так далее. Это примерно такой же уровень. В принципе, это такое word of thanks своего времени. Такое перечисление всего оружия, которое было известно. Ну и, конечно, здесь интересно, что появляется тут небольшая, по видимости, лавровая веточка. То есть указание на то, что это алтарь, что лавр, при том, что лавр давался в античности победителю в музыкальных состязаниях, потом лавр стал пониматься как вообще ветвь победы. Древние римляне давали дубовый венок победителю в войне, а по видимости лавровый венок стал носить Цезарь, чтобы прикрывать свою лысину, и оттуда произошли все короны. Вот, так что вот такие вот триумфы. Значит, такие вот триумфы святого. По житию, собственно, этот святой изгнал дракона из храма, то есть он фактически сделал храм в честь самого себя, изгнав оттуда все зло. Вот другой вариант триумфа. Это триумф святого Фомы Аквинского, крупнейшего средневекового богослова. Он был, как видите, у его ног лежит поверженный
арабский мыслитель Аверойс. Собственно, за что его повергли? Аверойс был одним из создателей схоластики. Его труды, переведенные с арабского на латынь, стали одним из главных источников схоластики. Но при этом Аверойс был сторонником так называемой концепции двух истин. Что у Писания одни истины и у Откровения, а у науки и у логики другие истины. Их согласовать нельзя, можно только следовать либо одной, либо другой стратегии. Жизнь человека всегда оказывается несколько раздвоенной. Мы принимаем какие-то научные положения и забываем о Библии. Или наоборот. Та раздвоенность, которая вполне известна и сейчас, когда очень трудно совместить библейские рассказы и данные современной науки. Но как раз Фома Аквинский осуществил тот синтез, который позволил совместить то и другое. Фома Аквинский просто заявил о том, что нужно строго различать сущность вещей и свойства вещей. Что вполне мы познаем в науке свойства вещей, тогда как сущность вещей до конца известно только из Откровения. Также Фома Аквинский заявлял, что, по сути дела, философия занимается одним вопросом. Вопросом о сущем. О различии между сущностью и существованием. И сущность способна воспринимать Откровение, тогда как существование, оно изучается частными науками и является частью быта. При этом сущность существует, то есть быт не противоречит Откровению, но не противоречит он именно в том смысле, в каком частные примеры или частные выводы, или частные употребления не противоречат общему значению вещи. Например, ножом можно резать капусту, можно резать колбасу. Но нельзя сказать, что нож, когда он режет капусту, он совсем другой, чем когда он режет колбасу. Нельзя сказать, что резание колбасы или капусты – это сущность ножа. И поэтому размышление о ноже как инструменте будет противоречить нашему обыденному употреблению ножей на кухне. Что там, нож с точки зрения, там, скажем, технологий – это будет то-то, а нож с точки зрения быта будет то-то. Вот Фома Аквинский боролся с любой такой раздвоенностью. Ему было важно, чтобы и нож был сущностью, чтобы он всегда был тождествен себе, а с другой стороны и разные бытовые употребления допускались, которые на первый взгляд противоречат ножу, что, допустим, нож мы определяем как инструмент для резания, а мы им рубим. Нет ли тут противоречия? Но на самом деле оказывается, что это употребление существования, а не сущность. Мы видим, что очень часто у нас смешивают сущность и существование. Что у нас постоянно, например, раз я уже упомянул Пушкина, благо сегодня и день, 19 октября, то как раз знаете, что меня больше всего смешит всегда в любых музеях Пушкина. Что там ставят гусиные перья, как такой символ поэзии. Что как бы если перо, то оно должно быть гусиное, чтобы оно выглядело как такое существование, как существование поэзии. При том, что Пушкин, он был модником и гаджетоманом. Он писал только серебряными перьями, он никогда не писал гусиными перьями. То есть сейчас бы он работал бы на iMac только бы,
И на iPad. И на PC бы он никогда бы не работал бы. Пользовался бы 6-м бы айфоном, если бы он сейчас бы жил. Потому что это был абсолютный техноман, гаджетоман, там, любитель комфорта. И никогда он никакими гусиными перьями Пушкин не писал. Но у нас почему-то до сих пор, когда Пушкина изображают, изображают гусиное перо. Это все равно, как, я не знаю, там, изобразить сейчас современного писателя с пишущей машинкой вместо компьютера. Потому что вот у нас смешивают сущность, опять же, и существование. Так вот, Фома Аквинский навел такой порядок. Он здесь изображен с его главной книгой под названием «Сумма теология», «Сумма богословия». А слово «сумма» оно означало «вершина». Дело все в том, что римляне считали в столбик. Но считали в столбик они не как мы, снизу, сверху вниз, а наоборот, снизу вверх. Поэтому сумма, то есть вершина, оказывалась наверху. И поэтому сумма означает вершина, свод, верховный принцип, сведение всего к какой-то одной верхней точке. То есть сумма — это не в том смысле, что он суммировал там все богословие, а в том, что он дал некую окончательную версию, некий итог подвел. Можно перевести как богословский итог. И суммами назывались обычно учебники, где все было законспектировано ясно, по параграфам, где можно было усвоить. Ну, нечто наподобие того, как у нас сейчас выпускают вот эти учебники-шпаргалки, там, допустим, такой-то предмет за 90 минут. Или там на 36 страницах весь курс там экономики, например. Вот это называлось словом «сумма» в средние века. Другое дело, что новация Фомы Аквинского была в том, что его сумма довольно большая. Что это не за 90 минут, не даже за 90 часов не прочтешь. Так вот, мы видим здесь как раз медальон наверху, в котором раскрытая книга. То есть идея суммы здесь как раз обозначена лучше всего. Справа, как вы видите, это трон Фомы Аквинского, продолжается балконом. То есть правая сторона – это будущее. То есть означает, что до него очень трудно было перейти от философии к богословию, прямого моста не было. Тогда как теперь этот мост есть, и можно прямо от учения Фомы Аквинского идти в храм. Круглое сооружение – это всегда храм в ренессансном искусстве. Квадратное – это дом. То есть здесь светская жизнь, здесь духовная жизнь. Люди сначала сидели дома, не знали, как прийти к богословию, блуждали. А потом появился Фома, построил такую огромную часовню своей книги, и теперь можно из нее напрямую идти в храм. То есть получается вполне такой плакат. Вполне пропагандистская, в общем-то, картина. Хотя с пропагандой мы будем иметь еще дело, конечно, потому что словом «пропаганда» будут называть все-таки искусство 17 века, католическое, потому что именно в 17 веке начала действовать конгрегация де пропаганда фидеи, то есть Ватиканская служба по пропаганде веры. Пропаганда означала распространение. И мы увидим, что там уже была идея тиражирования образцов и многие другие эстетические изменения. Далее мы видим, что здесь лежат книги, разбросанные, раскрытые. Это на самом деле книги еретиков, потому что существовало такое общее место в житиях. Чем отличается еретик от правоверного католика? Ну или от православного, если говорить, допустим, о греческой и российской традиции. Нет, отличаются они просто. Что правоверный католик все помнит наизусть. Что он не нуждается в книгах для аргументации. Потому что у него все в голове, у него хорошая память. Он может читать все по памяти.
Поэтому я, например, с этой точки зрения правоверный католик, что я вам без конспектов читаю лекцию. Тогда как еретик, он всегда все в книжках смотрит. Он без книжек не может. Он обязательно должен закладками пользоваться, конспектами. Обязательно у него книжки заложены где-то. Потому что он, аргументы у него как бы не связанные. Что еретическое учение, оно не вполне продумано с точки зрения правоверного учения. Поэтому еретик обязательно пользуется шпаргалками, закладками. Начинает, когда с ним начинают спорить, правоверный католик говорит свободно и открыто речь, а еретик начинает книжку листать и искать, где там у него написан какой-то аргумент. И вот здесь еретики свои книжки раскрытыми побросали, то есть не нашли ни одного аргумента, который бы опровергал бы Фому Аквинского. Это не значит, что эти книги попираются или там будут сжигаться. Это означает, что они сами эти книги побросали. При этом нужно заметить, что вопреки распространенному такому мнению о том, что утверждение ортодоксии, дескать, всегда приводило к такому сужению перспективы, на самом деле как раз утверждение ортодоксии приводило к расширению. Скажем, Фома Аквинский вобрал в себя значительное наследие античной философии просто по своей образованности. И, например, допустим, также и в отношении к античности. Те, кто в ранний период христианства относились к античности плохо, и, например, Татиан или Тертуллиан, они все были еретиками. То есть они все выдвигали учение, которое в конце концов было отвергнуто. Потому что они пытались оспорить всю античность разом. И, следовательно, судили с довольно узких партийных таких позиций, как бы мы сказали. Тогда как наступление ортодоксии всегда связывалось с тем, что античность начинала пониматься аллегорически, символически, что в богах начинали тоже видеть какие-то аллегории добродетелей. То есть, чем ортодоксальнее становилась церковь, тем она становилась терпимее к античности. Потому что, когда учение цельное, тогда можно всему в нем найти место. И даже и Зевсу, и Афине сказать, что Афина – это мудрость, а мудрость мы чтим как божественную мудрость, значит, можно и Афину вполне изобразить. То есть, вопреки многим расхожим представлениям, чем больше было ортодоксии, тем больше было античности. Или, соответственно, вот еще примеры, допустим, вот аллегорий. Вот это, например, аллегория вот каритас, то есть любовь. Как видите, любовь изображена с тремя младенцами, то потому что любовь пестует все остальные добродетели. Слово каритас, оно прошло очень интересные перемены. Собственно, карус по латыни означает буквально дорогой. Дорогой мне человек, любимый. И каритас первоначально означало способность ценить людей. Точно так же и греческое слово агапе означало первоначально восхищение, восторг, умение ценить. А уже во вторую очередь любовь. Но в христианское время, поскольку стало считаться, что любой человек предназначен к обожению, следовательно, очень ценен, следовательно, его нужно больше всего ценить, и само понятие «каритас» стало употребляться и для обозначения братской любви, самоотверженной любви, восторженность, которая переходит вот в такую готовность самопожертвовать. Как если ты каким-то человеком восхищаешься, ты готов ему подарить какой-то ценный подарок. А если ты восхищаешься всеми, то ты будешь всех любить и ради всех жертвовать. Вот это и есть содержание каритас. Как видите, каритас изображена в такой вот огненной короне. Это не что иное, как представление о любви, как о пламени,
пламени благодати, которое дается даром и даром раздается. Каритас чаще всего сравнивалось с огнем. И было у отцов церкви популярное сравнение, что вот, например, от одной свечки зажигается другая свечка. То есть свечка жертвует собой. Но при этом она не утрачивает свое пламя. Вместо одной яркой свечки у нас получается две ярких свечки, а не две полуярких свечки. И каритас, распространение любви и распространение благодати, ассоциировалось вот с таким вот распространением огня, который не убывает, даже если его самоотверженно раздаешь. Поэтому здесь пламя в сосуде и пламенная корона на голове самой каритас. Здесь, как видите, другое начало – это, значит, партеничье, такой полугреческий, полуитальянский, то есть девство. И здесь очень странно, что это девство, равно как и путти ангелы, изображены с музыкальными инструментами. Конечно, сразу у нас будет вопрос. Что же это за девство? Наоборот, скорее музыка ассоциируется там с разного рода флиртом, там, любовью и так далее. Как это одно совмещается с другим? Очень просто, потому что это тоже восходит к некоторым объяснениям отцов церкви, которые говорили о том, что такое, собственно, в чем смысл девства. Когда вроде бы людям была дана еще Адаму и Еву заповедь плодиться и размножаться. И прямого указания на девство в Библии, как добродетель, мы не найдем. А очень просто, говорили отцы, девство – это пример, это нечто вроде камертона, на который могут равняться. Пример самопожертвования, пример кротости, пример такой решимости, то, что доступно немногим, но то, к чему все должны прислушиваться. Во многом это восходит еще к античным культам девственных мудрых жриц, например, весталок или сивил, которые должны были хранить девство, и именно поэтому они обладали пророческим даром. И иногда этот пророческий дар связывался с музыкальным даром, то есть умением как раз и правильно настраиваться и правильно настраивать людей этой музыкой. И как раз вы видите, что путти используют духовые инструменты, а сама девственность использует арфу или кефару. Здесь считалось, что у арфы восходящий звук, а у, так сказать, духовых инструментов он угасающий. Духовые инструменты ассоциировались и с человеческим голосом, который угасает, и с ударными инструментами. И они противопоставлялись струнным инструментам и их имитации, например, водяному органу, который тоже приравнивался к инструментам с восходящим звуком, в отличие от духового органа с нисходящим звуком. И тоже было объяснение, что девство стремится на небо и при этом дает пример для земных людей, что это добродетель уже наполовину на небесах, но при этом она дает все примеры земным людям. Ну, это понятно, это победа над смертью. Это здесь как раз символика понятна. Равно как понятна и символика пальмы, это твердость праведника.
Потому что еще тоже в псалме праведник сравнивается с пальмой, которая становится высокой, которая всегда пряма, которая не ломается, а только гнется на ветру, и которая опять выпрямляется. То есть настоящий праведник, он даже если у него возникнет желание грешить, он согрешить не сможет. Это своего рода такая гениальность нравственная. Ну, как, допустим, гениальность в искусстве, которую мы знаем с романтических времен, состоит в чем? Что человек, даже если хочет написать плохое произведение, у него не получается. Ну, не получилось бы у Моцарта или у Пушкина написать плохо. Даже если бы они очень захотели. Точно. И вот такое представление о гении во многом это представление о праведнике, который даже если там его начинают обарывать какие-то дурные желания, он все равно никогда не свалится. И кроме того, пальма это финиковая, плодовитая, то есть дающая плоды в пустыне, то есть способная накормить огромное количество простых людей. Точно так же и девственность. Она, даже если отцы церкви объясняли, почему девственность так важна, как пример, потому что обычный человек, если он грешит, он начинает катиться по наклонной плоскости и начинает грешить все больше и больше. Тогда как человек, хранящий девственность, он даже если согрешит, это будет его эпизодом, потому что он внутренне чувствует себя, прислушивается к себе и может восстановиться очень быстро, как восстанавливается эта финиковая пальма. Поэтому, видите, финиковая пальма оказывается здесь главным символом. Ну и, разумеется, попирание черепа, понятно, это победа над смертью. Собственно, если говорить, допустим, об изображениях Голгофы, то череп там – это череп Адама, то есть искупление греха Адама. И Адамова голова или мертвая голова – это знак смертности человека и дальше искупления. Вот. И, как видите, настоящий художник – даже в мелочах умеет быть подробным. И подробно изображать и разного рода триумфальные события. И вот, скажем, значит, вот еще, допустим, Фра Филиппино изобразил, как Иоанн Евангелист воскрешает некую женщину-друизиану. Как видите, здесь как раз есть череп, то есть это указывает на то, что он поднимает ее не с одра болезни, а со смертного одра, с катафалка. Как видите, она, друизиана, прикрыта оранжевым покрывалом. Такие покрывала часто использовались во Флоренции именно для умирающих и для больных. То есть покрывала из шелковой ткани. И, как видите, исцеление происходит на фоне некой такой вот круглого сооружения, которое можно считать часовней или языческим храмом. Как видите, здесь такие изображения как раз довольно чисты. И как видите, языческий храм, он имеет в центре алтарь, в отличие от христианского изображения, где алтарь будет не в центре, где обитает сам Бог. Это примеры круглых храмов были известны из римской истории. И, конечно же, круглая форма стала основной формой изображения храма. Прежде всего, это связано с развитием идеи идеального города.
что в идеальном городе улицы идут под прямым углом друг к другу, как это было принято в эллинистических римских городах, но храм при этом круглый, потому что храм должен быть обращен на все стороны, призывать в себя всех и тем самым становиться местом триумфа всех. Здесь, как видите, языческий храм не дал исцеления от смерти. То есть языческая религия, сколь бы она ни была благочестива, она не умеет одного, а именно воскрешать от смерти. Здесь же мы видим на фон некоего здания, причем здания с гротесками, вот такими аналогами горгулей, при этом с факелами. То есть здание, прямо указывающее на пламя веры, которое возносится над старым языческим пламенем. По сути дела, эта история трактовалась как переход от просто веры к надежде, как движение от простой веры в Бога и в его силу к надежде на будущее исцеление и воскрешение. И храм надежды возносится выше, чем храм веры. Надежда обычно изображалась как добродетель, держащая факел, то есть освещающая своим светом путь. И надежда понималась как то, что сопровождает нас в дороге. Если вера дает нам твердое основание, то надежда дает нам возможность следовать по своему пути. И, как видите, здесь тоже использован богатый, гротесковый декор. Использована триумфальная арка, то есть указание на то, что все это происходило в римское время. А диковинные здания здесь с башнями – это указание на современные итальянские города. То есть, что надежда нас ведет напрямую к современному существованию. Такие изображения часто создавались по обету. Например, во времена эпидемий или голода. Вот полностью мы видим этот храм надежды здесь. И, как видите, он возносится, и, как видите, символы надежды здесь явно еще видны. На первом плане мы видим небольшую собачку. Это символ верности и внимания, внимательного ожидания. И, как видите, женщины держат детей, полагая в них свою надежду. На фронтоне этого храма надежды изображены сцены из жизни римских императоров, в частности, из жизни императора Траяна, которые как раз тоже имеют свой подтекст. Дело все в том, что считалось, что некоторые римские императоры, хотя они были язычниками, были спасены от вечных мук благодаря своей добродетели. Даже Данте в «Божественной комедии» упоминает, что ему встретился барельефы, изображающие подвиги и милосердие императора Траяна. И он понял, что Траян находится в раю, а не в аду. То есть это было общее место тоже надежды, что надежда состоит как раз в том, чтобы делать добрые дела, даже вопреки очевидности. Что надежда – это умение совершать доброе дело, даже если твои нравственные качества не говорят о тебе как о праведнике.
Это напрямую противоречит нашей этике, привычной нам, где надежда – это скорее нечто напрасное. Часто говорят, что нечего напрасно надеяться, нечего напрасно таить надежду, которая все равно не сбудется. Теперь очень интересно все-таки обратиться еще к известным образом, и которые имеют уже не астрологический, а алхимический смысл. Сегодня мы начнем как раз заниматься этими образами и вспомним известнейшую картину Боттичелли под названием «Примавера» или «Весна». Как видите, это левая часть картины, и здесь в углу изображен Меркурий. И это не случайно, потому что на самом деле вот такое изображение сада – это в том числе изображение и алхимических процессов. Я должен немножко сказать о том, чем была алхимия. Конечно, алхимией занималось тогда небольшое количество людей. Но ее язык был примерно таким же, допустим, общеупотребительным, как сейчас, например, язык психоанализа или, например, язык современной физики. Как мы, например, говорим там, о распаде атома или о притяжении, там, мы тянемся друг к другу, или, например, о, допустим, относительности, говорим, все относительно, как сказал Эйнштейн. То есть понятно, что точно так же очень мало кто действительно читал Эйнштейна. Но тем не менее, кто такой Эйнштейн и примерно что он сделал, знают все. Все знают, энергия равно масса на скорость света в квадрате, все знают, там, все относительно, все знают, там, что изменяется течение времени на близких скоростях света скоростях, что там мир не является, не состоит ни из прямых, а из кривых и так далее. Все это знают даже те, кто Эйнштейна не читал. Равно как и про психоанализ. Это тоже стало таким общим языком. Тоже мы говорим, у него такие комплексы, у меня невроз, у меня травма там, и так далее. Я разнервничался. То есть все эти слова мы употребляем, хотя мало у кого из нас есть диплом психолога. Но все равно мы объясняем мир с помощью этих слов. Вот точно так же алхимия. Понятно, что очень мало кто там занимался этими ретортами, нагреванием и так далее, и имел свою мастерскую лабораторию. Но тем не менее некоторые понятия, вроде трансмутация, там, перегонка, там, получение золота из всего, все это было распространено. То есть ни один из сколь-либо образованных людей, даже если он ни одной книжки не читал и едва знал грамоте, не слышал там о трансмутации. Особенно учитывая то, что эта образность, она была, во-первых, как бы имела ореол научности, и ее всегда употребляли, даже если о ней не говорили проповедники, потому что точно так же, как, допустим, для нас ореолом научности обладает там физика или психоанализ, или там теория эволюции. Все это для нас там тоже, он там развивается или он деградирует, тоже из эволюции это взято для описания бытовых ситуаций. Потому что это некая мудрость. Это что-то, для нас это такое же, в общем-то, закрытое знание, как алхимия для людей эпохи Возрождения. То, чем занимаются немногие специалисты, но именно поэтому эти слова желательно употреблять для объяснения всего, как отмычки ко всему. И таких слов-отмычек довольно много. И алхимия, кроме того, очень хорошо ложилась тоже на богословие. Ну, например, как можно было объяснить непорочное зачатие? И то же самое превращение, от чего мы начали сегодняшний разговор на прошлой лекции, превращение из девственной крови в тело Иисуса. Можно было это изобразить как трансмутацию.
как превращение из свинца, например, в золото. И эта трансмутация тогда объясняла все, что можно. И можно было воплощение так объяснять. Что из себя представляла алхимия? Главным инструментом алхимика был перегонный куб. То есть то, что сейчас называется самогонный аппарат. И, по сути дела, получались в этом аппарате дистилляты. И этот аппарат использовался действительно для создания экстрактов. Но также более совершенные перегонные кубы, реторты, колбы запаянные пытались использовать уже для перегонки не там, жидкостей, а других веществ. Например, металлов. Получить из ртути золото. И рассуждали так, что если, допустим, можно получить там какой-то экстракт, допустим, из браги получить очищенный спирт, то почему нельзя из ртути получить очищенный ее вариант золота? То есть, по сути дела, алхимия – это искусство самогоноварения, только распространенное на все вещества. Это искусство получения чистой субстанции. Только уже не спирта, а, например, золота. То, что спирт получать и так уже все умели. То, что называется дух, то есть то, что испаряется. И, но спирт — это спиритус, дух. А джин — это гениус. Собственно, через латынь, арабский, затем в Европу. То есть джин — это же тоже дух, то есть гениус латинское, гений. И джин из бутылки, а потом джин в бутылке. И вот алхимики работают. Их занятие называлось выражением «великое деяние». И это великое деяние было легко наложить на драму спасения людей, на историю воплощения. И можно было сказать, что когда, допустим, при нагревании вещество испаряется, а потом конденсируется драгоценная его часть, также было можно сказать, что Святой Дух нагрел, допустим, Деву Марию, и она была колбой, из которой выделилось истинное вещество, то есть Иисус. То есть произошла химическая реакция. И вот, ну знаете, это выглядит смешно, но фактически, если со стороны посмотреть на те слова, которые мы дергаем из разных наук и употребляем для объяснения всего, это будет звучать также нелепо. Потому что мы обычно гордимся научным прогрессом и любим смеяться давно над средневековыми или ренессансными научными представлениями. Но если подумать, что чем, в принципе, там, я не знаю, относительность или эволюция, чем они умнее. Там, если мы скажем, что там в результате эволюции, там, нравственной эволюции человечества возник Иисус, это вряд ли будет лучшим объяснением, чем такое. Потому что слово «эволюция» тоже, в общем, ничего не объясняет. Это, конечно, блестящая там, модель, изобретенная Дарвином, действительно, для описания природных явлений, природных процессов. Но модель гениальная, но это же модель все равно, а не ключ ко всему, что можно. И вот здесь мы видим, по сути дела, Боттичелли в этой весне. Он изобразил на самом деле процесс трансмутации. И мы значит, с левой, в левой части это Меркурий. Что такое Меркурий? Это ртуть. Во всех европейских языках как ртуть называется? Меркурий. Ну, из-за своей подвижности. И, соответственно, это что? А что такое ртуть? Это то металл, из которого алхимики надеялись получить золото, правильно? Они из ртути его получали всегда. То есть алхимик взял у нас ртуть. Дальше мы здесь видим известный образ трех граций танцующих. Танец, то есть это приведение мира в движение. То есть начался химический процесс, началась химическая реакция. И, как видите, здесь он тянется
к яблокам Меркурий, так как результаты химических процессов назывались плодами, фруктус. И тогда как начальная реакция называлась радикс, корень. Поэтому все они пляшут у корней деревьев. То есть как у нас это осталось выражение в значении корень уравнения, то есть когда мы извлекаем там, квадратный корень из числа и получаем то число, которое бы возводилось в степень. Алхимики использовали это слово корень и для обозначения реакции. Тоже как бы мы должны извлечь из ртути золото, взять корень оттуда и получить фруктус, то есть плод. Тут еще каламбур, что слово фруктус латинское, оно означает плод любой. В том числе слово фруктус означало плод, то есть младенца в утробе. И Иисус назывался иногда дульциссимус фруктус, то есть самый сладкий плод, самый сладкий фрукт. И здесь уже совсем смелая ассоциация. Ну и фрукты здесь уже как плоды, которые висят на дереве. То есть, в итальянском слово «фрутто» оно имеет широкое значение плода любого, включая корнеплод. Но другое дело, что вот это представление о том, что прежде всего плоды называются фруктами, а не корнями, да, то, что меньше всего похоже на корни, здесь уже видно. В центре, как видите, стоит образ, который называют «примавера». Как видите, эту центральную фигуру иногда отождествляют с Герой, и соседнюю фигуру иногда отождествляют, собственно, с самой весной. По сути дела, здесь дано несколько ипостасей весны. С одной стороны, как видите, слепой Эрот. Собственно, именно так обозначался апофеоз перегонки, когда он же считался апофеозом любви. То есть, когда все испаряется в перегонном кубе, все, собственно, и достигает своего апофеоза, триумфа, который отождествлялся именно с деятельностью Эрота. И все дело в том, что Эрот имел еще одно символическое значение для алхимиков. Дело все в том, что по одним мифам Эрот был сыном Афродиты, по другим он был ее мужем. И получает, разные мыслители по-разному решали этот парадокс. Платон, например, предполагал, что просто Афродиты было две. Мы в следующий понедельник будем смотреть картину Тициана «Любовь земная и небесная», которая как раз посвящена этим двум Афродитам. Но алхимики считали, что просто Эрот – это образ одновременно и мужа, и сына. Это как бы воплощение парадокса вещества на переходном этапе, когда это уже не свинец, но еще не золото. Так они пытались объяснить, как же может измениться сущность вещества. Потому что Фома Аквинский, о котором мы говорили на сегодняшней лекции, говорил, что сущность неизменна. Меняются свойства, меняется существование, но не сущность. Как может поменяться сущность? Да вот как она меняется у Эрота. Как может там сын стать мужем? Как может там Эрот один стать совсем Эротом другим? Так же и свинец станет золотом, хотя сущность его останется сущностью свинца. Он приобретет свойства золота, но при этом он станет золотом, потому что свинец уже заключал в себе некую сущность. То есть вот такой как бы двуипостасности Эрота в его такой вот парадоксальности и видели как раз вот такое объяснение, вот как может измениться сущность. Потому что алхимикам прежде всего задавали один вопрос. Почему вы считаете, что вы измените сущность вещей, когда Фома Аквинский доказал, что сущность не меняется? Они говорили, что, во-первых, сущность один раз уже и поменялась, человек стал богом, и, значит, можно поменять где-нибудь еще сущности. И вот, собственно, примавера, весна, покрытая цветами, образ этот вполне
античный, и он как раз ассоциировался у алхимиков с конденсацией, что первые конденсаты, они назывались цветами. Ну, собственно, кристаллы, которые выпадают. И это ассоциировалось расцветом цветов. Наконец мы видим вот эту вот загадочную сцену некоего северного холодного ветра, гонящегося за нимфой. И она в правом углу. То есть это окончательное охлаждение вещества, выпадение в осадок. Когда вещество охлаждается, холод на него воздействует, и вещество окончательно падает в осадок. Как эта испуганная нимфа в конце концов готова упасть. И получается, что эта картина, которая признана одной из важнейших картин эпохи Возрождения, это не что иное, как картина на тему алхимического реакции. По сути дела, это то же самое, как если современный художник нарисует какую-то космическую картину для иллюстрации каких-то принципов Эйнштейна. И изобразит кривое пространство, напишет E равно mc в квадрате. Вот это будет примерно то же самое. Это основной смысл, который он закладывал. Это доказано. Доказано в большой работе, которую я включил в список рекомендуемой вам литературы, работе Фрэнсис Йейтс, Джордана Бруно и герметическая традиция Востока и Запада. Она же висит в офисе. Да. В офисе, как сказать, что-то не говорил. В Википедии про это не сказано. Ни английское, ни русское. Фраза доказана, кажется, прямо за уши. Реально, я не слушаю первый раз. Существует определенное количество символов, которые используются во всех алхимических картинах. Это символ Меркурия, символ Эрота и символы, связанные с теплом и холодом. Конечно, существует огромное количество других интерпретаций этой картины, но, тем не менее, именно алхимическая интерпретация дает возможность объяснить всех персонажей, а не только отдельные сцены и мотивы. Да, потому что при дворе Медичи был в том числе востребован и этот язык. Бесспорно, эта картина создана по заказу, и бесспорно она имеет и в том числе и алхимический смысл. Другое дело, что, конечно, этот смысл может быть не единственный. Он может быть связан и с праздниками, и с придворными обычаями Боттичелли. Но в любом случае этот уровень просто действует на уровне языка. Другой вопрос. Является ли это прямым смыслом картины, или это является инерцией языка? Это вопрос действительно очень важный. Потому что является ли это основным смыслом картины, то есть что Боттичелли хотел увековечить и прославить алхимическую реакцию как такой триумф духа над плотью или триумф там, преображения мира и, соответственно, триумф и эпохи Медичи, как эпохи такого обновления мира, новой весны мира. Либо же он, прославляя Медичи, их весну, их правление, отождествляя правление Медичи с новой эпохой богов и пришествия богов на землю, не мог иначе выразить эту идею правления Медичи как счастливое правление, как правление, когда боги опять на земле, иначе, чем используя алхимическую символику, которая поневоле первая приходит и ему на ум, и его современникам. То есть это как, допустим, современный художник захочет прославить какого-нибудь современного политика. Ясно, что он нарисует, допустим, что изобразить, скажем, какую-нибудь космическую программу, там, какие-нибудь там современные технологии, там, какие-нибудь там информационные технологии и так далее, как доказательство вот такого научно-технического триумфа. И вот будет сразу стоять вопрос, что этот художник хочет? Он хочет прославить технику и хочет прославить прогресс,
Или он, пытаясь найти добродетели, допустим, современного политика или современной страны, находит именно именно это, что поневоле у всех, например, победы страны будут ассоциироваться и в том числе с техническим прогрессом. Что кто может там оперировать там новейшими информационными технологиями, тот и победитель. А что с цветами? Очень много цветов. Весна, конечно. Весна все покрывает цветами. Это все взято... Такие картины, на самом деле, Боттичелли был по природе иллюстратором. Поэтому часто эти картины еще сочинялись, они еще имели коррелятом стихи, которые сочинялись в то время. То есть картина такая представлялась, например, публике вместе с чтением стихов. И вполне возможно, что в этом стихотворении было сказано, что вот приходит весна, которая рассыпает ковер цветов по всему полю. То есть еще люди видели эту картину по чтению соответствующего стихотворения, которое вполне могло быть и не записано, вполне могло быть импровизацией. Но известно, что никогда новая картина, особенно у Боттичелли, не выставлялась, не сопровождаясь какой-то презентацией, как бы мы сейчас сказали. И вот эта презентация включала в себя в том числе текст, а не только объяснение смысла. И вполне возможно, что в этой картине... Там, скажем, в стихотворении или в пьесе, или в торжественной речи, которая сопровождала эту презентацию, все это было сказано. И проблема все в том, что очень хорошо известно, что Боттичелли был иллюстратором, просто это известно из многих его работ, которые являются прямыми иллюстрациями к определенным текстам, начиная с той клеветы, которой мы начали курс. Что Боттичелли, он не был совершенно художником фантазии. Он умел, в общем-то, мастерски иллюстрировать. По сути дела, он занимался экранизацией текстов. То есть сейчас бы он был бы кинорежиссером. И экранизировал бы какие-нибудь книги. И вот просто нужно выяснить, какой именно, допустим, текст сопровождал этот праздник. Праздник, который действительно был флорентийский, и где действительно там наверняка читали стихи, разыгрывали сценки и так, все прочее, прославлявшее весну. Ну, а, конечно, топика, которая связана с весной, она идет еще из античности. Что существовали стандартные образы весны, такие как цветы, ясное небо, прозрачный воздух, потепление, оживление жизни... То, что все начинают танцевать, нимфы танцуют на лугах, это обычный из античности образ. И понятно, что, например, поэты эпохи Возрождения, они просто как из конструктора, из этих образов складывали новые стихи. Поэты того времени ничего не мечтали ни о чем, не создавали оригинальные создания фантазии. Они фактически складывали из готовых конструктора просто новые сооружения. Как мы, допустим, из Лего можем там сложить вертолет, можем сложить самолет. Для них тоже эта образность была Лего. Там. Как Гораций написал, там пришла весна, все луга покрыты цветами, и нимфы, легконогие нимфы танцуют по этим лугам, и солнце светит ярче. И поэт Возрождения пишет, луга цветами покрылись луга, и, так сказать, бессонные нимфы, ожив ото сна, там, зимы танцуют босыми ногами, и легкость их движет весь мир, и вся атмосфера опять становится легкой, и вновь мы чувствуем легкость подъема, и наша душа рвется из груди, и в конце концов это вот конструктор, в конце концов нас приведет все равно к алхимической идее трансмутации. То есть все равно мы скажем, что сердце рвется из груди, все равно мы скажем, что во время весны мы чувствуем подъем, а слово подъем, допустим, какое-нибудь, оно вполне ассоциировалось и с какими-нибудь алхимическими действиями вроде перегонки. Ну, точно так же, как мы сейчас не можем сказать, допустим, слово там, сублимация, не вспомнив Фрейда, там, возвышенность. Или не можем сказать слово там, мутация, не вспомнив теорию эволюции. Или генетику. Или не можем сказать там
подъем не вспомнив каких-нибудь популярных психологических теорий. Или не можем там сказать, что весною там, там все, так сказать, весною там я, так сказать, начинаю себя восторженно чувствовать, не вспомнив тоже какой-нибудь психологии или какой-нибудь физики там, что там тела при нагревании расширяются там. И мне, когда весна, становится очень хорошо. Все равно по неволе мы будем впадать постоянно в эту образность, который, с помощью которой мы будем описывать мир и строить, более того, нашу социальную коммуникацию. И от этого мы уже никуда не денемся. Мы, в общем-то, на самом деле пленники тех формул, в которых мы живем. И свободное сознание называется потоком сознания. Такие техники были разработаны в 20 веке и были очень продуктивны для развития искусства. У Джойса, например, там, у сюрреалистов. Об этом мы тоже будем говорить в конце курса. И вот такое сознание действительно, как видите, но для этого нужно иметь гениальность Джойса или Бретона, чтобы это делать. А в следующий раз я вам покажу совершенно замечательное изображение, где я покажу, как эта алхимия развивалась. Например, скажем, Мадонна с длинной шеей Пармиджанино, где явно вот эта колонна без капители – это один символ перегонной колбы. Или, например, известное изображение, где Амур маленький писает на Венеру через лавровый венок. То есть изображение как раз вот работы перегонного куба. И я как раз, чтобы у вас не осталось сомнений, я объясню, как здесь уже, в отличие от Боттичелли, действительно, объяснений его собственных, его современников не сохранилось действительно. Но вот, допустим, объяснения уже позднейших художников, они вполне сохранились. И объяснение Лоренцо, допустим, что Лоренцо Лотто и некоторые другие были сами практикующими алхимиками, знаете, это уже просто по более поздним эпохам документация сохранится. Просто по Боттичелли не сохранилось достаточного количества документов. И, может быть, они были и не нужны, потому что это была культура праздников, культура зрелищ, когда как бы все понимается в ходе перформанса, а не в ходе документальной фиксации. Культура Медичи – это же культура перформансов. Эти картины Боттичелли – это часть перформанса, часть инсталляции, часть праздника. Это не картина для рассматривания в музее. Это же свадебный подарок. Я просто представляю, что если бы это было про алхимию, то нет. Нет, алхимия – это лучшее благословение на свадьбу. Потому что алхимики называли свою деятельность браком, что осуществляется настоящий брак и настоящее зачатие в пробирке. Поэтому это, на самом деле, был лучший подарок, чтобы обозначить, что все процессы идут правильно. По сути дела, что брак будет счастливым, что все трансмутации удадутся, и что все будет как надо. Просто это был единый код, с помощью которого можно было описывать что угодно. И там зачатие, там, и все что угодно. И там, соответственно, там и зачатие ребенка как химический, так сказать, процесс, чем, собственно, это и является. И многое другое. Замечательно. Да, но, кстати, в некоторых европейских языках, допустим, поскольку какие-то остатки этого сохранились, допустим, что по-английски влечение, как называется, chemistry, то есть химия, ну, как бы флюиды, которые... Ну, temptation — это искушение, соблазн. Tempting — это соблазнение. Вот. Но я могу отдельно, просто у нас время уже заканчивается, сказать, в чем разница, например, seduction и temptation, допустим, в европейских языках. Вот. И, но это, может быть, мы поговорим, если будем об эротическом живописи говорить, об эротических сюжетах.
в чем различие между там seduction и temptation, допустим, seduction и temptation. Вот. И поэтому все это просто был общий код, но это срабатывало, ну как срабатывает сейчас то, что является как бы нашим общим языком. Просто я сейчас уже, у нас время нашей встречи подходит к концу, но тогда я вам подберу больше примеров, как работает вот этот алхимический язык. Что это действительно было описание происходящего, такое наиболее прямое описание. То есть дело не в том, что Боттичелли или кто-то увлекался алхимией, а в том, что это поневоле это первые слова, которые приходят на ум. Ну, как мы говорим, там, комплекс, невроз или там влечение, совершенно не задумываясь о там психологических концепциях, которые за этим стоят. И потому что для нас это как бы, ну, само собой разумеющийся язык. Мы, в общем-то, на самом деле все время в ловушках своего языка. Так сказать, мы постоянно проваливаемся в ямы того языка, на котором мы говорим. И во многом искусство, оно помогает нам выкарабкиваться из ям, в которых мы постоянно сидим в нашей повседневной жизни. На этом тогда завершим. Спасибо.